уже полчаса кайфа такого с небольшим оттенком мазохизма. Ну что может быть вкуснее, чем горячий чай с какой-нибудь ягодой, например, жимолостью, как сегодня в мороз. Ой, в паузе между катанием 7 минут нагрузки, 3 минуты отдых в таком темпе. Потому что пауза важна. Ой, усы замерзли. Усы уже даже не получается лед с них выдирать. В моржа превращаюсь. Скоро клыки отрастут. Пока еще не визжит телефон, что он замерз. Но я его грею дыханием своим. Шапочку сегодня взял потеплее, потому что ну продувает. Ветер я вижу. Я ветер определяю по трубе ТЭЦовской, которая вон там, вон дым. Видно, что вот дым с нее он как бы сдувает 30 градусов. Это крепкий ветер. Главное, не завой. Тут что-то курочат набережную. Ну, как всегда, распил бабок. Продолжается круглый год. Бурная имитация деятельности. Я не знаю, что тут можно. Такой снег тут что-то делать. Наверное, асфальт класть. Ложить асфальт. Что еще остается? Ну, чудеса экономики. Это, конечно, все весело. Вон человек размялся, взял клюшку уже. Вай. Не хочу никаких. О, птичка пролетела. Совершать оверкиллинг. Потому что я и так уже совершал. Ну что, стою уверенно на ногах. То есть травма все-таки это вратарская посадка. Ай, движение назад. Травма помаленьку проходит. Умеренные нагрузки без резки. Реабилитация такая вполне себе удовлетворительная. Ну а иначе как? Иначе ходить на прием к врачам? Да ну нахрен. Лучше я схожу на прием, вот приму солнечную ванную. При минус 30 в полдень погреюсь в лучах. Ветерка глотну свежего. Посмотрю на самолеты, которые химтрейлы вон там раскидывают, похоже. Ой, специально тормознулся, чтобы показать химтрейлы. А у вас есть химтрейлы над вашим небом? У нас редко, но бывают. Здесь проходят международные трассы. Вот когда летят какие-нибудь Боинги с Японии, там, с Кореи, то бывает кидают. Отечественные не бросают. Только международные, они идут так. На Северный полюс, туда дальше. В Лондон, в Париж, в Дюссельдорф, короче. Вся Европа через Комсомольск. С Юго-Восточной Азии. И плюс бывает с Лос-Анджелеса на Китай, который рейс на Корею в стороне проходит, над Владиком. Ладно, гашу. Все, попробую потом это все сострогать в единый клип. Комсомольск на Амуре. Лучший город в натуре.